Друзья, всем привет! Тем, кто сейчас не кушает, возьмите себе что-нибудь покушать, потому что впереди вас ждет короткое, но очень вкусное видео. Мы приехали в ресторан Joy To Pattaya, который находится достаточно далеко, но цены здесь очень приятные. За тарелку фирменного супа с вас возьмут 60 или 80 бат, в зависимости от того, обычную порцию вы берете или спешл. Это очень вкусный супчик. Я нашел его, как всегда, по отзывам. Яичная лапша, свежая зелень, говядина и насыщенный говяжий бульон. То, чего не хватает среди острой, пряной и очень часто вредной тайской пищи. Поэтому мы приехали сюда, сейчас вкусненько покушаем и покажем вам это чудо. Ссылочку на геолокацию я, как всегда, оставлю в описании. Поэтому обязательно приезжайте сюда и пробуйте, если вам понравится. Вкусная кола. Да, холодная вкусная кола. Очень жарко, вентиляторы не справляются. Мы заказали себе фирменный супчик из лапши с говядиной. Говорят, он здесь отменный, ну, по крайней мере, я так читал по отзывам. Место находится, конечно, далеко, но я думаю, стоит сюда прийти. Здесь большое количество разных кафешек, сзади есть комната с кондиционерами. Не знаю, что нужно, чтобы в нее попасть. Мы сидим на жаре. Тут много всяких соусов стоит на столе. Сейчас дождемся супчика. Вот ведь горячий супчик в жару это прям то, чего хочется, да? Да. Приносит такую здоровенную тарелку с бульоном, с большим количеством говядины, с яичной лапшой. Много зелени, как всегда. Пахнет бесподобно. Вот, ростки пшеницы мои любимые. Лапша напоминает доширак, если честно. Давайте попробуем бульончик. Это очень вкусно. Очень наваристый бульон. Абсолютно прозрачный. Посмотрите, какой прозрачный бульон. Чувствуется вкус говядинки. Сейчас лапшу попробуем. Лапша не разваренная, такая прям плотненькая, яичная, вкусная. Кусочек говядинки. Это одна из самых вкусных говядин, которую я пробовал в супе. Мне кажется, здесь бульон варится часов 6, наверное. Она прям распадается на волокна, ее можно спокойно рвать ложкой. Это очень вкусно. Еще и ростки пшеницы. Ну вот, мы и покушали, было очень вкусно, очень насыщенно. Правда, теперь по жаре нам идти в отель возвращаться. Я надеюсь, хотя бы минут за 40 мы управимся и доедем. С вами были Анжелика, Тихон. Нам было очень вкусно. Не забывайте подписываться на канал, задавайте вопросы, если они у вас возникли. Пока!